Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Тоха, Кустик, Перемешка и Тортик. И сегодня мы снова играем в BMNG Drive. Всем слава, народ. Привет, ребят. Здрасте. Здорово. Ребят, сегодня у нас скилл-тест, тот, который мы записывали уже однажды, но он обновлен. Сегодня мы поедем по другой дороге, которая начинается прямо вот здесь. Скилл-тест будет, я не знаю, сложнее или же не сложнее, но точно будет интересно. Поэтому ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Я, знаешь, что предлагаю ребятам сделать? Давайте мы сделаем так. Во время прохождения испытания можно один раз ремонтировать свою тачку. Мы сделаем таким образом, чтобы было больше шансов хоть куда-нибудь уехать. Но если вы упали, то все. Если вы выпали за пределы рампы, то уже, считайте, игра заканчивается. А мы пока спавним машины рандомно. Прямо сейчас поехали, грузим. Смотрим, кому что выпадет. У меня это... О, пятерка BMW. Это Аска. Ух ты, ничего себе. Прикольно, прикольно. Слушайте. Ема, у Тортика тачка выпала. Прикольная. У Пельмени это Суба. У Кустика это Рейндж. А у Тохи это 221. Итак, мы стартуем первый раунд как бы как хотите. А потом уже будем места определять в зависимости от того, кто стартовал и проехал дальше. Я поехал. Я пойду второй. Давай я пойду третий. Я третий, все. Кто будет вторым? Третий? Да. Я что-то в глаз попало прямо на трамплине. Все. Кто тут оставил мусор? Не знаю, не знаю. Я на крыше, и что делать? Может ремонтировать тачку один раз? Ой-ой-ой. Мужики, пожалуйста, осторожно. Куда там едет на Феррари? Тут просто... Газу, газу, газу. О, нормально. Я уехал. Как ты сказал? Как ты сказал? Ты прямо мне на двигатель упал. Ваня, лови! Дурак! Ты дурак! Я дальше поехал. Ребят, мне устроили автоподставу. Все, я починил. Нет, нет, нет. Я чинюсь и смогу выехать. Ладно, это... Ладно, там... Я не смогу выехать. Ладно, короче. А, кто где? Мы пока смотрим за я кем? Сам последний. Пельменем, да, мы пока смотрим. Пельмень едет еще первый. Пока. Пельмени мы пока смотрим. Пельмени пока смотрим. Выбираем. Так, смотрим. Пельмеха на Субару. А Субару? Субару едет? Ты просто живой благодаря мне, ты понимаешь? Вот эти пацаны хорошие. Давай вот эти возьмем. Просто Пельмеха выжил благодаря тому, что упал мне в лобаш. Да? Вот он, реальный пельмень. Тут очень много мяса. Да, зеленью. Да, купи просто укропчика отдельно, да посоли, ну не посоли, в смысле, поперчи, поперчичи. Фарши, там разные классные травы, точнее. Ладно, стартуешь, да, Пельмех, как там у тебя? Едешь? Я пытаюсь разобраться, как делать. А ты, наверное, встал, да, уже? У меня кардана нету просто, не-не-не, нормально. А где пельмень? Давай. А пельмень уже вон, как высоко, ты видишь, да, он проехал хорошо, реально. И пельмень в итоге приезжает еще. Ай, дальше, давай! Давай! Нет, застрял. Все, повис. Но, слушай, 5 баллов тебе, а мне 4 балла. Кто здесь был где? Это кто? Кто я где? Последний. А Тохи 3 балла, 2 балла Кустику и 1 балл Торту, да. Окей, мы пока становимся обратно. Смотрите, короче говоря, а теперь, да, в зависимости от того, кто был где, тот таким и стартует. Все максимально просто. Понял. Я второй, поэтому я теперь поеду вторым. Так, я меняю свою N5. Выпало мне в 7-й серии 730. Это Дэвил? Дугати Дэвил. Это Дэвил, да. На мотоцикле решил прокатиться. Ну, здесь столько же металла, как и мотоцикле примерно, поэтому. Неплохо, неплохой такой аппарат. Так, Хеннесси, Веном у Тохи, здесь X5 у Пельменя, у Кустика здесь Каин. Окей, мы стартуем, получается. Первый у нас Пельмень, я за Пельменем стартую, поэтому. Тоха. Тоша, Тоша, Тоша. Пельмени хавают. Пельмени хавает? Нет, не пельмени, чаёк. Да не хавает он вроде меня. Ну... Так, осторожненько. Ну куда ты так? Ну, я выпал, короче. Мужики, получается, что... Стой! Нет! Не засейвил. Блин, я вот, конечно, здесь, но, честно говоря, я выпал вот здесь. Поэтому, получается, я пока поставлю свою машину вот в этом месте. То, что я запарковался как бы здесь. Туха, 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 туха! Перелет. И...
Пельмень дальше. Это сложно, на самом деле, вот этот момент. Чего? А куда я еду вообще? А я могу отремонтировать, верно? Да, ты можешь. А торт как будто бы против твоей ситуации. Ой, я что я делаю? Ты что делаешь? Нормально выставлюсь. Да, давай, ремонтируйся. Но слушайте, торт как будто да. Торт как будто бы. Торт покатаешься. Не пройдешь. Да он вообще каменный. Я думаю, тебе нужно на скоростях врезаться, да? Опа! И выкинул! Ты выкинул его! Ну ты дальше. Ну, в смысле, я последний. Мне один балл, торту два балла. А как здесь как делать? Вот так? Ну, почти нормально. Вот дальше меня. 4 балла пельмени, 5 баллов кустику, короче говоря, я понял. Ладненько, пока обратно возвращаемся, ребята, на... Я последний вообще, полностью, поэтому... Так, у кого там появляются тачки, я пока... У меня все зависло. Фига себе, серьезно? А, Мерседес, я понял. Я пока себе гружу, меня это Чироки ноу-ноу-ноу текстур. Ну, ладно, так и быть, я его... Реально. Да, BMW есть, да, пятерочка. И ждем машину еще у Тошика, но... Ема, этого ему плохо. Ема, просто ноу, просто все ноу, ничего нет. Как говорится, не активировал подписку на Алькантару, поэтому... А, и у Тохи это еще и Ламба. Короче, стартуйте, я последний, да, в этом раунде, поэтому давайте. Смотрим. Кто там за мной летит? Страшные звуки. Чё так медленно-то, блин? А я говорю, кто летит-то? Я понял, я приторможу, я подожду чуть-чуть. Я сейчас такой твой тортик... Давай, Тох, стартуй. Чё вы там делаете? Быстрее скинь, белого скинь. Нет. Раскиньте меня, я еще раз проеду. Ты можешь ремонтироваться. Я мост. Ты мост. Я ремонтирую. А я могу ремонтироваться? Подожди, стой, не едь, я могу ремонтировать. Можешь, но ты прямо здесь нажимаешь insert и все, ты не возвращаешься на дорогу. Нажимаю. Ты просто нажимаешь клавишу insert, да, и все. Нет, ну подожди. Мы дальше без тебя никак не проедем. Так, теперь осторожно. Ну давайте посмотрим на лобовое стекло каждой своей машины. Я стою так. Давайте жеребьевку. Кто будет пробивать? Я бы рад вернуться обратно и прыгнуть заново. Не, ну нихера себе ты захотел. Ну нет, ты же где встал, там и встал. Блин, давай. Пельмень, осторожно, пожалуйста. Ладно, что не сделаешь в один раз. Я разворачиваюсь. А пельмень-то идеально проехал. Он перелетел, да. Пельмень, а же торт? А, торт, да, в смысле, да. Так вы нормально через меня прыгаете? Подлянка тебе. Так, я отремонтирую машину прямо сейчас. Все, я поехал. Ух, ё-моё! Нет, я же отремонтировал! Нет! Да, блядь! Ладно. Куда? А, я тоже выпал, все, я понял. Я вот тут выпал. И что, какой я еще? Получается здесь один балл кустику, два балла пельменю, мне три балла, то есть 4 балла. И торт поехал дальше? А где торт? А фига ты где? А, встал, да, все, сломал. 5 баллов торту. Ну, получается, я третьим еду, да, сегодня, да, третьим еду. Окей. Зачем ты тормозил, блин? Обратно возвращайтесь. Но это было забавно, как минимум. Давайте спавним машины, пока обратно прилетите. Подожди, тормозил, и я максимум выжимал, сколько мог. Да, ну, бывает, слушай. Чего тебя так догонял тогда? Ух, ё-моё. Слышь, а я это оставлю. О, да, это имбовая тачка у пельменя, реально. У меня бэха двоечка. У Тохи тоже баги. Тут, короче, 2 имбовых чела, да. Так, кто первый? Торт, потом Тоха. Да, есть. Давай, Тоха, езжай. Так, я предпоследний. Так, сейчас. А это что? Это трансмиссион. Это типа... Ну давай. Я не знаю, что это подъезжает. Трансмиссион, это что? Давай. Так, стоять! Что-то странно, непонятно. Стою! Так, ладно, поехали. Окей. Это ты, пельмень? Не-не. Это ты, пельмень? Я упал. Тихо. А как ты переворачиваешься? Куда ты? Так, я отремонтирую пока машину, пока не поздно просто, реально. Да, колеса сыпятся, что-то ваше там я вижу. Тихо. Кто едет, мужики, подождите. Тихо. Я еду. Что? Я не хотел. Так, Тох, пожалуйста, меня просто аккуратно пни, потому что я тупо повис на бамперах. Я стою. Просто аккуратненько пните. Дверь я пойду. Одного человека застряла. Блядь.
Ребят, ну я ничего сделать не могу. Я повис, короче, у меня колеса в воздухе, поэтому. Пропусти пельмеху, пускай пельмеха меня пнет. Пельмех, толкни меня. Не сильно, блядь. Блядь! Я сказал, блядь, не сильно! Не падай! Держимся! Держимся! А чё, долго? Говорю, не сильно просто, со всей дури въеб... Ну я встал, я что сделаю? У меня минус кардан, ребят, всё. У меня колёса сломались, Я пока второй, поэтому меня всё устраивает. Давай. Подожди, я просто спрыгну и максимально далеко улечу. Ну, мы об этом не думали, но по идее, где выпал, там и выпал, поэтому. Странная. Давайте помогу, пельмень. Стой, аккуратненько. У вас тут тимплей, да, пошел? Давайте. Хелпуйте. Я застрял. А вы чинились? Куст чинился? Чинись и езжай. Я чинился. А зачем? Ну, у тебя пока еще. Я запомню твою доброту, Пельмеха, запомню. Давайте, пора уже что-то решать, давайте. Ты все равно впереди пока что. Так, подожди, короче, ты лишний, ты мешаешь. Нет. Ну. Симба. Следующий. Ты тоже что-то тут лишний как будто. А, только дальше будет. Мы не проедем. Все, потому что я... Ой. Опа. А? Дед повис. И опять повис, да. Не, я повис, все. Так тяжело. Ну... Давай назад. Ах ты, зараза! Хорош. Ах ты, зараза! Ты что творишь? Так, тебе конечно... Ладно, я дальше хотя бы, ладно. Давай. Я последний. Давай, Кустик. Я сейчас вниз упаду. Все нормально, живой. Это была бы очень хорошая ситуация. Давай, Куст, я в тебя верю, давай. Стартуй. А я не упал. Нифига себе доброе. Ну да. Но... Повис. Да. Короче, 5 баллов. Еду. Давай. Реально, ты кто вообще? Читер! Тормози! А ее несет в сторону. Ну, может быть, это и не страшно, потому что у тебя есть шанс быть дальше. Тортика! Ты дальше тортика! 5 баллов! Наушники садятся, сейчас без звука буду. 5 баллов в Кустику. Ты едешь? Я еду дальше. Охренеть, ты читер просто. Но он не сможет там залезть, скорее всего. Ну, скорее всего. А что там надо делать? Прыгнуть надо. Там просто скорость надо набрать. Да, набирай скорость. Но он едет, посмотрите, он едет. Профессионально. Что? Ой-ой-ой. Ну и... Я заехал, а куда дальше? Сейчас налево вон там разворачиваться надо. Не-не-не. Я думаю, все, братуха. Не поворачивается. Я думаю, все. 5 баллов Акустику, 4 балла Тортику, мне 3 балла. Кто там из вас был последний? Мне одной. Один балл. Одной? Пельмешки мне и... Мне одну, я хотел сказать, и два... Я не знаю, как я доехал так далеко. Два балла еще. Вроде кому там? Пельмешки, Вань, да? Глянь на меня. Я видел, Охи, да. Два балла. А, и Тохи два балла, да, окей. Ладненько, последний раунд, грузим тачки, смотрим. Григера мне выпала, чего? Григера? Она разваливается. Григера. Она разваливается? Григера. Ну я так чувствую, да. Блин, я надеюсь, что нет, очень бы не хотелось. Ё-моё, ну только не оно. У Кустика имбовая тачка. У Кустика имба просто выпала, реально. Субару. Да. А где мы Тоху потеряли? А у Тохи пока бимки наставляешь или меняешь ее? Да. Оставляешь, да? Я еду, получается, третьим, поэтому давай стартуйте пока. Кустик, потом... Ну давай. Давай. Аккуратненько. Я тут в конце буду страдать. Ну. Страдай. Торт! Торт всего, походу. Ну респонись еще раз, давай. Тут совсем уж тупо было очень. Давай. Спасибо. Да. Да что такое? Братуха, что с тобой? Ты починился. Смотри, где я уже. Сейчас я посмотрю, подожди. Нажми, где я. Подожди, я еду. Я внизу уже. Так, я пока отремонтировал тачку, поэтому... Давай. О, нормально, давай. Проехал. Тихо. Такой дрифт, так, что вообще? Дрифт, это у меня дрифт, Вань. Да? Нет! Да, блин, ну я выпал, получается, все, да. Смотрим. Тихо. Куст, ты где? Ты что, доехал? Я стою. Да, я тут ремонтировал машину.
Отремонтировал? Имба, давай, езжай, я с тобой пока наблюдаю. Давай, это имба. Это имба. Я первый раз здесь! Да ну нафиг! Я говорю, что кустика имбовая тачка на самом-то деле. Ой-ой-ой-ой. Нет! Только сейвся. Так, пока езжай. Я на двери повис! Чего? Это жесть. Я понял. Это че? Так, наблюдаем мы пока за кустиком, кустик пока еще едет. А, мимо! И выпал, блин. Да. Ну, короче, 5 Ваня, баллов кустику. Это считается за сейв. Но... Я ручкой держусь. Ну, типа, да, ну, как бы ты, считай, нажмешь сейчас инсерт, ты упадешь, поэтому, да. 5 баллов кустику, Тоха доехал аж сюда, 4 балла, получается. 1 балл пельмешки. Вот ты пнул меня, а я какой был? Я был дальше тортика или нет? Нет. 2 балла, 3 балла тортику и 2 балла мне. Ребят, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Было реально очень весело и прикольненько. С вас лайки, с нас новые классные ролики по BMG Drive. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока-пока.